мастер-класс скорее. Ну, Дон Жуан, это имя не нужно никому переводить, все прекрасно знают. Это стало нарицательным уже давно. Значит, вот сейчас вы услышите дуэт Дон Жуана, всем известного соблазнителя, аристократа, покорителя женских сердец и человека, который искал совершенную женщину, совершенство красоты. И вот на пути его жизненным ему попадались разные девушки, и, так сказать, разными взаимоотношениями это могло продолжаться. И вот один из таких фрагментов оперы «Дон Жуан», дуэт «Дон Жуана» и служанки Церлины, вы сейчас, вернее, крестьянки Церлины, вы сейчас и услышите. Друзья, встречайте наших блистательных солистов, которые будут исполнять для вас дуэт «Дон Жуана» и «Церлины», Александра Боброва и Маргариту Левчук. Ваши аплодисменты! Oh,